Thank you.
и на самом деле очень большая радость и большое удовольствие. Скажите, Каспарс, вот в одном из интервью вы отметили, что вам нравится музыка композиторов-романтиков, потому что вы сами в душе романтик. Но все-таки в вашей программе присутствует и сочинение Баха, пусть и в переложении, ну, наверное, и в чистом виде тоже в оригинальном Бах есть. Скажите, пожалуйста, вот как вы охарактеризуете эти произведения, которые будете сегодня играть? Чем они вам интересны как музыканту, как пианисту профессиональному? Ну, знаете, я всегда стараюсь играть музыку, которую я очень люблю и которая мне самому очень нравится. И сегодня репертуар очень такой разный, вот, от барокко до романтики. Просто это музыка, которая близко мне сердцу. Хорошо. И я вот вторую часть вопроса не спросила, когда про инструмент спрашивала. Вот вы, есть много различных фирм, марок известных инструментов. Вы сами какую предпочитаете? Я предпочитаю Steinway. Замечательно, да. Спасибо. Так, и еще один вопрос. Вот вы слушали юную пианистку нашу Софью Фролову. Да? Она участница Мир детства. У нас есть такой проект для одаренных детей Ульяновской области. Мы их поддерживаем. Ну вот какие впечатления она у вас вызвала? Может быть, вы ей что-то еще пожелаете? Я ее коротко слушал, недолго, просто акустически послушал, как звучит зал. Но мне кажется, девочка одаренная. Я желаю терпения, потому что игра на рояле и освоение этого инструмента – это очень долгий путь. И где будете выступать после Ульяновска? Да, после Ульяновска у меня будут концерты в Европе, в Брюсселе я буду играть на фестивале Шопен, а потом интересная поездка в Аргентину. Это то, что самое близкое предвидится. Но перед этим я играл вот в своей родной Литве. И очень рад быть в России, на самом деле. Очень, очень приятно. А вы в России в каких-то городах уже выступали, наверное? Я в Москве. У меня были два сольных концерта в Москве. Так давно, может быть, раз? Ну, давно или недавно? Не-не, я вот только раз. В этом году, 2019. Да, в этой поездке. В каких залах вы в Москве выступали? Я выступал в доме Балтрушайтиса, это при посольстве Литвы. И в таком интересном месте, такое альтернативное, можно сказать, место, называется Аптекарский огород. Вот. Обычное место, но очень приятно было. Скажите, вот с каким чувством вы выходите на сцену к публике? Ну, это, наверное, трудно в нескольких словах описать. Наверное, чувства самые разные. Но важно сосредоточиться и как-то себя настроить в правильное русло. А вот зрителям... Как правильно настроить слушателей на прослушивание вот музыкальных произведений, программы? Как вы думаете? Ну, конечно, многое зависит от самого исполнителя, как он может, где он умеет, где он установить связь со слушателем. Это очень важно. Иногда это удается лучше, иногда не так хорошо, но... У меня хорошее предчувствие. Это хорошо, я думаю, оно исполнится. А если погулять по нашему городу хоть немного, какие впечатления увезете с собой домой от Ульяновска? Ну, знаете, я признаюсь, очень хотел погулять вдоль Волги, потому что очень красиво. Но, к сожалению, видел только издалека и прошелся по городу. Так что, ну, может быть, еще сегодня после концерта вот по ночному Ульяновску и вдоль набережной, надеюсь, прогуляться. А какой ваш самый любимый город? Может быть, в России или в Европе, который запомнился вам? Ну, это очень трудный вопрос.
нет у меня какого-то одного любимого города. Теперь я живу в городе Вильнюс, в Литве. Он очень красивый город. Всех приглашаю. Спасибо.